И всем привет! С вами Мультик Пэйси и мама. И сегодня мы будем играть в Book of Monsters. Смотри, какой у меня пучеглазик. У меня фары, пучеглазик 2D-шный. А у тебя осьминог, я вижу. У меня банан. Ты выбросила банановую шкурку, и теперь это твой питомец? Ну да, можно так сказать. Вообще у меня много есть у других каких монстров. Но я сейчас коплю на мороженое. Мне осталось поднять 18 уровень, чтобы купить мороженое, но это еще не все, мне еще нужно 3000 накопить монет. Пока я буду сейчас сыграть, хочу в первый раз своим осьминожком, я его только купила и хочу им поиграть. Смотрите, прикол, если вы нажмете на эту кнопку нубик, он скажет. Ну да, это в принципе вся суть того, что нужно делать в этой игре. Нажимать монстрам кнопки, либо, если ты играешь монстром, нажимать на сердечки человечкам. Выбрана карта с пляжем. Пиратский ретрит. Прикол. Так, я не монстр. Монстры появились. Смотри, ты сейчас прям под ним оказалась. Минотавр. Земляной минотавр. Отходи. Я не там. В общем, у всех тут по 3 сердечка. Получается, что можно любого атаковать. Вообще, я обычно выбираю тут того, у кого меньше всего. Вот у меня миньон загнал под мост и нажал мне там сердечко. У ламы меньше всего. Лама, лама. У нее сейчас бананы будут. Сейчас. Уходи. Она прыгает. Лама прыгает. Мне плод чуть не цапнул. Все, ну прям рядом со мной. Надо ламу атаковать. У нее одно сердечко только, всего лишь с пузырчатым. Да, я нажала. Нет. Это ты лопнула пузырик, она сердечко же ей. Ах. Она мне сломала. Стой. Стой, лама. Быстрей. А, я опять пролетела мимо нее. Она пыталась свою башку. Ой, уходи, уходи, уходи. Я не успеваю, я не успею. Не успеть. А, успела. Фу, хорошо. Вот последнюю секунду, по-моему, успела. Ай. Ну, это ничего. Я сейчас буду метеоритом под... Ей, я нажала лами. Классно. Отходи. Я тут сейчас полечу. Так, а о, вот, сейчас банан? Сюда. Нет, по-моему, нельзя было. Я попала в кого-то. Все, давай тоже присоединяйся, я уже прыгаю. Нет, я ни в кого не попала. Ух ты, сразу двоим. Наконец-то. Можно поиграть нормально. Я двумя монстрами кнопку. Левелапнулась у меня до 18-го, но я не накопила еще 5000 на своего мороженского персонажа. Смотри. Надо копить. Вау, я сейчас твой бокс куплю на Саламандрович. Да. Ну, подожди. Не выпадет. Ну. Это мистическое, прикинь. Подожди, ты все 3, что ли, получаешь? Да. Да, я думала, надо выбрать какой-то один. Так, нет. Ой, белая классная. Вот. Шарк! Шарк Саламандра. Ну когда я уже сыграю своим осьминожком? Я его только купила и ни разу еще не играла. Я не знаю, может, если я сделаю свой хлебушек или вафельку, сразу начну играть. А мне интересны мои шарки. Она же мистическая, красная, прикинь. Так, появился. Голубой минотавр сразу. Дом, дом. Отходи. А, смотри, прикольный. Дом, сад. Да. Так, минотавр. У него дерево, у него дерево. Да? Да, вон дерево. Так, минотавру нажали. Голубому, смотри, у него 2. Давай, это... Надо его сейчас атаковать. У него меньше всего. Выбросил мебель. Главное, человек там, который жил, он все там идеально выставлял, а он взял и все. Смотри, я как раз рядом с домом, а он... ты как раз видишь, как я на дом. Я на дом встала. Я встала на дом, но он прыгал. О нет, он покидал мебель прямо на нас. Тут еще кто-то стоял. Мне не получилось ему нажать. Он broke my heart. Он тебя разломал, твое сердце. Попробуй нажать. Минотавра, смотри, у него один. Надо пузырик лопнуть ему. Нет, я прям в зону с этой с мебелью попала. Отходи!
Одно у меня тоже. Сломали Минотавра. Классно, можно бананы собирать теперь. А ты свой банан можешь собрать? Так в смысле? Так это... Нет, ну все, ну стой. Ну, это я, это я. Не подходи, король. Не подходи ты ко мне. Не подходи. Осьминога сломали. Ух ты, да все, вы победили. Сейчас мы узнаем. Да. Я тоже монстр. Я буду наконец-то бананчиком. Шар. Мистические шарки. А я в первый раз буду играть осьминогом, бананом. Ну, не, вообще не только бананом, вообще, в принципе, осьминогом. Тык, что он тут умеет? Я даже не знаю. Ой, подожди. Они уже хотят меня нажать. Они уже... О, у меня пузыри копнули. Так, катаюсь, смотри, мам, я катаюсь. Два раза. Ну, что такое? Короче, я им не умею играть осьминогом. Им еще учиться и учиться. Мам, я тебя буду ощущать. Надо было мне вафельку брать. У меня всего лишь два сердечка осталось. Так, я кому-то сломала чего-то. Я кидаю кубиками, чернилами. У меня пузырики, у меня пузырики. Так. У меня пузырики. Смотри, мне сейчас зона какая-то будет. А, это я вот такие огненные следы, смотри, оставляю. Прикольно. Два осьминога. Осьминогу нет, назови меня. А, у меня еще одно сердечко осталось. Все. Все, все, все. Вот вам кальмаровые чернила. Я могу поджарить твои штуки, слышишь? Какие штуки? Огненные. Все, мою кнопку нажали. Короче, осьминогом мне было неэффективно играть. Я им только учусь. В общем, мне надо было взять другой проверенный способ монстров. Ну ничего, я же его только купила. Надо еще учиться им. Поехали ко метеоритам. Давай помогай мне. Все. Я прям рядом с ламой. Ей. Нажали. Шарки. Так, да! О, это монстр, а я нажиматель. Буду нажимать. Ладно, может быть, я найду здесь стикер-яйцо. Вот где оно тут вообще? Где же это стикер-яйцо? В огне. Ну что, нет, в огне другое. О, это прям рядом со мной заспаунилось. Не нажимай, плиз. А-а-а, макака. Сразу одному. Минотавр сломал мне сердечко. Ай, тут много народу, я сейчас всех прибью. Давай. Есть, я пузырик сломала Минотавру. А ты любишь мороженое? Да. Залезь на меня. Кстати, напишите в комментарии, кому какое мороженое нравится. Мне нравится шоколадное. А мне все. Кроме карамельного. Да, почему? Карамельный так себе. Сразу два! Ну, я, только я не люблю мороженое с топпингом, оно становится слишком таким тошнотворно-сладким для меня. И прям вот я сейчас прям рядом с Минотавром, а там было два, и я ни в кого не попала. Странно. Так, в общем, я не нашла. За красным был. Миша, ты сидишь. Я специально много народу, типа, ФК стою, чтобы много народу собрать. И не приходят, я такая делаю мороженое. Я кого-то там метеоритом сломала. А, тут много народу, быстрее. Собирай, скорее, скорее нажимай. Крутись, 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 нажимай, крутись, нажимай. Чё нажимай? У тебя всего одна. Что нажимай? Всего одна пузырик. Я знаю. Ага. Нажимай, нажимай, нажимай. Все, мороженый грузовик. Включай грузовик. Сзади, сзади, сзади. Сзади. Не поворачивайся к ним спиной. Так, мне же как-то надо ходить. О, еще одна мисса. А ты крутись все время. Манки! Все, Минотавр. Яйцо я после себя оставил. Это Биг Эгг. Все, это был последний. Я на первом 20. Давайте, получайте. Мама, осторожнее, я на здании. А, отходи, я рисую поезд. А, что-то у меня не нажалось почему-то. Самое опасное — это дом, кальмар и ты. Эй, все, я рисую штуки всякие.
Не подходи, а то наступишь. Там уже как будто... Да, саламандра показывает. Саламандра мне не дала подойти к чувачку. А-а-а! Это я. Не подходи. Я хочу к тебе подойти. Зачем? Зачем ты подходишь? Чё на тебя? У меня же крейзи тут это. Остановись. Нет, не надо, не подходи. Я тут кручусь в нажатии кнопок. Так, давай. Все. Мы сошлись, умы. Да. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Кальмара победили. Да, как-то его немного хватает, кальмара. Вас много. Я думала, он самый непобедимый. Ну, мне тоже казалось, что он вот эту жижу раскидывает, чернила. Но им сложно было играть. Вот эти все-таки помощнее. Я тут нашла кого-то в домике. Все, сломала его. Я последний человек. Так. Да, да. Ой, там кто-то остался за стеной, что ли? Как они там? Спасибо. Чего? Это ты? Да. Ой, простите. Нас двое. Два монстра. Это значит, что у нас будет много сердечек. Я вижу. Все, я домик. Я хочу. Я здесь. Так, сразу. Нажимаем вот это. И кто-нибудь поднялся вообще в воздух? Ух ты, целых троих сердечки нажал. Ну как классно. Спасибо. Я тут все нажимаю, отходить, а. Это китайский хлебушек. Дракон. Мам, китайский дракон, видишь? Пора вычистить плохую мебель из дома. Саламандра, что? Китайский дракон. А, ну да. Не подходи к бешеному домику только. Бешеный. Так, стойте. Пора чистить мебель. Мама Джеффа раздубасили, видишь? Все это мне не надо. Я пытаюсь саламандры нажать. Все, толпа нажала саламандры. Так, мне нужно... Есть, все. Я поднимаюсь в воздух. Кто не успел отойти? Вы не успели отойти. Есть, много кому. Сердечки. Так, все, мне не нужна эта мебель. Какой арт? Что это, машина? Нет, машина. А, это саламандра поехала. Нет. Прикольный звук. Так, все, кидай дома. Нет, мебель не туда попала, куда я хотел. А, нет, она вообще никуда не выпала. Подождите, что такое? У меня мебель не кидается. Так. Пока мебель кидала, уже нажали мне кнопку. Так, саламандра? А, нет, это не все. Есть. Двоим нажали. Стоп, саламандра? Саламандра, почти. Так. Почти нажали саламандру. Отходи! Я еще тебе не нажала. Кто-то мне нажал. Нет. Кто-то тут нажимает кнопки. Раньше мне нравилась салама. То, что у нее очень классно работает зона. Ух ты, я на первом месте. Это зона атаки. А сейчас мне нравится моя вафелька и хлебушек. Они очень хорошо. А мне очень нравится котик, потом саламандра, мороженое и лама. Ну, на этом, наверное, мы закончим видео. Мы уже целый час играем. С вами был Мультик Плеер и мама. Всем удачи и всем пока-пока. Всем пока-пока. Если вы зайдете в этот домик, видите? С виду обычный домик. За вами кто-то наблюдает. Если вы зайдете, стоит тут его ноги. Язык. Он вытаскивает язык. Да, у него же была закрыта дверь.